Губернатор Приморского края Олег Кожемяка с рабочим визитом посетил место будущего строительства круглогодичного морского курорта в живописной бухте Алеут Хасанского округа. Проект туристического кластера, который построят в три этапа, по федеральной программе одобрил президент страны. Именно в бухте Алеут будет построен крупнейший курорт. По программе президента курорты «Пять морей» и «Озеро Байкал». Название его «Курорты Приморья», вместимостью 3500 гостей единовременного расположения. Он будет строиться в три этапа. Вот. И, конечно, сейчас главная задача, которая стояла перед нами по итогам этого совещания, по итогам той большой работы, которую мы ведем, это все те инфраструктурные подключения, которые необходимы для того, чтобы он функционировал. Прежде всего, это, конечно, дорога. Вот, это подача сюда необходимого количества электроэнергии, водоотведения, водоснабжения. Благодаря реализации российского проекта «Пять морей» и «Озеро Байкал» туризм в Хасанском округе станет примером сервиса качества обслуживания туристов. Этот курорт – драйвер будет развития Хасанского округа, потому что сам по себе он будет давать такой показательный пример, как нужно вести туризм. Вот он подтянет те компании, которые сегодня здесь расположены по уровню сервиса, по качеству обслуживания туристов. Эта компания «Курорты Приморья» планируется построить и образовательный центр в Владивостоке с тем, чтобы готовили уже непосредственно штат, администрацию и те, кто занимается обслуживанием гостей. Поэтому для нас это тоже вопросы, связанные с трудоустройством, в том числе и молодежи. Приморье имеет огромный туристический потенциал, особенно пляжи и бухты в Хасанском округе, самой южной части Приморья, расположенной на широте Крыма. Это первый такой крупный курорт на берегу здесь Японского моря. До сегодняшнего дня таких больших гостиничных отелей здесь не было. Потребность огромная. Мы видим, что туризм завоевывает все больше и больше популярность, скажем, среди россиян, которые обратили внимание наконец-то на свои исконно красивые места. Вот, то есть только здесь, в Хасанском округе, сейчас перебывало более 400 тысяч туристов. Курорт также включит аквапарк, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений и другие объекты туристической инфраструктуры. Планируется построить 7 гостиниц разной звездности и апартаменты на 3800 номеров. Ожидается, что средняя загрузка в год составит 60%, а пиковая в сезон – от 95%. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.